Здравствуйте, меня зовут Алексей, я являюсь менеджером автосалона Kia на Нойково Прибоя. Сегодня мы с вами пройдем тест-драйв на новом автомобиле Sportage. Ну, собственно, давайте проедемся и посмотрим автомобиль. У нас полноприводный. Так, на данном автомобиле у нас также представлена мультимедийная система, которая включает в себя штатную навигацию очень хорошего качества, естественно, уже. Здесь также присутствует уже выход на громкую связь, можно ехать разговаривать по громкой связи. И выход в интернет, напрямую с телефона можно подключать аудиосистему и слушать также саундтреки с телефона. Также на данной именно навигационной системе представлен климат-контроль. Здесь идет он двухзонный, как водитель, так и пассажир. Устанавливаем температуру, нужную нам для комфорта, и, собственно, поехали. На дальнее расстояние, куда угодно. Панель приборов здесь на самом деле рестайлинговая, как таковое, особых изменений не было. Она идет в классическом белом цвете. Ну, естественно, она регулируется уже по яркости. Можно делать поярче, можно делать потусклее, если едете на дальнее расстояние. Панель приборов у нас идет под отделку кожи. Визуально она выглядит как кожаная. Также отстрочка очень шикарная, на самом деле смотрится замечательно. Также на дверных ручках идут вставки кожаные и глянцевые, вот эти вот как раз для водителей и пассажиров, очень удобные, красивые. Эти глянцевые вставки придают такую изящность и шик данному автомобилю. Управляемость на данной машине, она очень здоровская. В плане чего, здесь есть опции как Drive Mode, уже давно знаменитая, с режимом Eco, также Sport и Normal. Здесь машина адаптируется полностью под манеру вашей езды. Хотите драйва, включили режим спорт, поехали куда-то, да, на дальнее расстояние. И также, естественно, тут выбираете уже сами для себя, как бы вы хотели дальше поехать. Ну а касаемо электростеклоподъемников, всех четырех с режимом авто, также складывающиеся зеркала с повторителями, эти все опции, они просто дополняют для полного комфорта и полной гармонии в автомобиле. Автомобиль очень высокий, очень комфортабельный, динамика очень хорошая тоже на автомобиле, но на самом деле каждый выбирает сам для себя. Данный автомобиль уже получил свои изменения. Здесь у нас идет хромированная вставка вдоль всего бампера. Это хромированная губа будет являться отличительной частью нового кузова. Естественно, светодиодные уже противотуманные фары, они идут тоже в топовой версии Prestige GT, который как раз представлен на тестовом автомобиле у нас. Аварийная сигнализация здесь, как и поворотники, тоже очень индивидуально подошли к дизайну именно разработчики. И здесь уже идет европейский акцент, который присутствует в данных автомобилях. Оптика штатная, довольно-таки хорошего качества. Она одна из самых лучших на брендовом рынке сейчас, да? Показала себя на 5 с плюсом просто на самом деле. И в темное время суток головного освещения, которое есть, его будет более чем предостаточно. Также идут уже вот эти дизайнерские вставки под хром, защищающие ваш бампер по бездорожью и также на лесных дорогах. Если вы куда-то вдруг заехали, царапин, по крайней мере, на этом не будет видно, как спереди, так и сзади. Пойдемте пройдем на повторители. Присутствует на зеркалах. Автомобиль идет уже на 17-х литых дисках, но они шикарные на самом деле. Дизайн замечательно разрабатывался специально под этот автомобиль, так как у нас привод идет полный, это символ АВД, подчеркивающий, конечно, данную комплектацию. И идут передние и задние дисковые тормоза. Ручки с хромированными вставками и бесключевым доступом здесь у нас позволяют двери открывать под естественный хват. Рука у вас всегда будет чистая. Тоже плюс при покупке автомобиля. И задние части давайте посмотрим. Задняя часть тоже так же была уже видоизменена. Здесь как раз идет наша хромированная вставка. Машинка тесты, к сожалению, маленечко запачкалась, но и так уже это видно, да?
здесь плюсом идет двойной выхлоп, придающий специфический уже вид автомобилю. И, естественно, задняя светодиодная оптика. Современное поколение всех автомобилей подчеркивается именно этими моментами и дает, на самом деле, совершенно другой внешний вид автомобилю. В передней части автомобиля еще давайте проследуем, посмотрим. У нас присутствуют такие вещи приятные, как кожаный салон. Кожаный салон идет в спецсериях, либо же также в комплектациях более оснащенных. Здесь у нас представлен GT. Это с красной отстрочкой, в спортивном стиле, в спортивном дизайне. И здесь, естественно, будет удобно как спокойному бизнесмену, едущему на сделки, либо также людям, которые привыкли к спортивной манере езды. Салон легко чистится влажной тряпкой. И замечательно, посадка здесь, ну, вообще замечательная, мягкая, комфортная. Kia Sportage мы ждем в нашем дилерском центре по адресу Новикова Прибоя 4 за самым лучшим предложением по данному автомобилю. Приезжайте, будем рады вас видеть.